Доброе утро! С вами, как всегда, Дмитрий Кипень. И сегодня у нас на завтрак чудесное блюдо. Это жареный хлеб с яйцами и ветчиной. Это по-настоящему быстро, ароматно и вкусное блюдо. Для завтрака нам понадобится тостовый хлеб, болгарский перец, яйцо, сыр. Начинаем готовить. Первым делом мы возьмем болгарский перец и нарежем его кубиком. И отправим его обжариваться на сковороду. Потом к болгарскому перцу отправится ветчина. Если у вас нет ветчины, возьмите какую-нибудь колбасу, грудинку, да в принципе все что угодно. Можете взять даже сырое мясо, куриное филе либо говядину. Нарезаем ветчину кубиком такого же размера. Отправляем к перцу. Нарежем тостовый хлеб таким же кубиком. И отправляем его на сковороду. Подготовим сыр. Сыр нарезаем также кубиком. Отправляем на сковороду. Немножко зелени. Сыр моментально пристает к сковороде. А это означает, что необходимо добавить яйцо. Яйцо и все это перемешать. Пока зажаривается яйцо, я подготовлю тарелку. Необходима круглая тарелка и круглое кольцо, через которое мы будем выкладывать горячий завтрак. Выкладываем в кольцо. Хорошенечко утрамбовываем. Чудесная закуска из жареного хлеба, яйца и бекона готова. Хорошего вам дня и приятного аппетита!